находимся в феврале на карнавале в Шане. Это такой ежегодный праздник. Вот, все люди наряжаются и празднуют окончание зимы. И вот, пожалуйста, такой праздник. К нам движется Баба Ёшка. Вот сейчас она хочет нам сказать привет. Баба Ёшки забирают всех добрых людей в свои машины и увозят в неизвестном направлении. В разноцветных костюмах, и даже маленьких детей везут в колясочках, я видела. Но не любят, когда приходят люди с собаками, потому что считается, что собаки боятся громких звуков, и это нехорошо по отношению к животным. А новорожденных можно. Даже инвалидов вот привозят. Или со сломанными ногами сейчас после лыжного сезона очень много людей. К нам приближаются пираты. Смотрите, какие маски.
сумасшедшие. У них тут мастера работают целый год, чтобы создать вот это все, придумать, изобразить. Прям близко от нас стоит. Ва, Максим, сними его. Какой язык у него ядовитый. Это одноглазый. Ой, боже, какой страх. Это детям до 18 лет показывать нельзя. Какие чудовища тут ходят. Ну, они, я такие первый раз вижу. Пугают еще людей. Как-то повеселее музыка, потому что в Люцерне была настолько однообразная, какие-то пиликалки, дудочки и все. Ангелы тут у нас с перьями, с крыльями. Люди тоже стараются приукраситься, так что получить больше конфет. Чем ярче у тебя костюм, тем больше конфет тебе накидают. Разбрасывают конфетки. Посмотрим, бросят ли нам. Нет. И мне дали конфетку. Люди танцуют, веселятся. А вон Чебурашка. Такой а-ля Чебурашка стоит. Впереди всегда идет знаменосец, вымпелоносец. Самые такие передовые люди этой бригады, самые высокие. Yeah.
называется? Это Гуга Музик Шан. Гуга Музик Шан. Мне кажется, это та самая бригада, которую мы снимали с Жанной Бадоевой, когда она приезжала. Дети уже тут с рождения привыкли. Привет, 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 Маша. Какой у него холодный взгляд. Я даже не вижу, через какие дырки он смотрит. Хороша. Бабушка хороша. Конечно, такие костюмы у них вообще что-то с чем-то. Все такое натуралистичное. Ну, прям фильмы можно снимать. А вот идет князь Лихтенштейна. Такое ощущение, что он как будто заканчивает весь карнавал. И надеюсь, еще нет. Похож. А тут вот какое чудо. О! Сейчас бабаюшка. Шанер Хекса. У них там еще и в колясочке лялечки сидят. Маленькие ведьмочки. Ой, шнурки развязали людям. Такие довольные. Тут надо быть внимательным, потому что тебя могут в любой момент либо схватить, либо обнять, вот, либо еще что-нибудь сотворить. Вот, например, тут внимательно надо следить, что вот такое чудо. Меня обсыпали. Страшное дело, что я вам сказала только что. Вот такие пугают людей. Потом заикой останешься после этого. Что такое чудо ночью приснится. Обсыпались. Вот и обязательно у местных бабы-ёжек есть такая тюрьма, клетка, куда сажают самых красивых девушек, собирают молодежь, чтобы они там перезнакомились во время поездки. Вот, и всех вот хватают и насильно уволакивают. Это очень страшно. Это очень неприятно, страшно. И никто не хочет туда попасть. Вон, смотрите, что творится. Все
что очередная жертва поймана. Клетку открыли и пытаются вырваться. Они еще сзади обходят. О, мне подметает ноги. Вот так вот. Что я сказала? Они такие шкодные, эти бабки. Они только и думают, что бы такое сотворить ужасное. Не знаю тоже, как. Что-то с лесом связано, с какими-то волками. А, ну опять феи пошли. О, какую куклу везут. Распилены. А это идет команда астрологов. Это только маленькая часть, это одна улица, а так это шествие идет дальше по всем улицам Шана центральным. Wir suchen nach dir. Jeder wird
мексиканскими мотивами идут. Привет мексиканскому рынку в Лос-Анджелесе. Знакомые.